Мордовия на 13-м месте из 14 регионов Приволжского федерального округа по уровню доходов населения. Это хоть и по итогам 2019 года, но вряд ли за несколько месяцев ситуация кардинально поменялась. Республика вторая с конца, и это очень плохое финансовое состояние жителей нашего региона. Это подтверждают и те, кто каждый день вынужден считать свои копейки. Потому что зарплата в основном не соответствует расходам, скажем так. А что нужно сделать, чтобы зарплаты выросли? Вот есть какие-то у вас? Ну, кому-то больше работать, а где-то надо просто поднять зарплату, может быть. Зарплата занижена, конечно. Цены выше. Цены такие же, как по всей России, а заработок меньше. Накануне в интернете появилась вот такая публикация. Гости Саранска поделились впечатлением после прогулок по чистым, ухоженным городским улицам. Они уже было подумали, что столица Мордовии – это райский уголок, и очень удивились, когда выяснили – регион с красивым главным городом. Последние несколько лет входит в топ беднейших в России. Мы попросили прохожих оценить уровень личного дохода по 5-бальной шкале. Выше тройки себе никто не поставил. Ну какие здесь зарплаты? Никакие. Работы нет. Все стоит. Все. Вы свой доход по 5-бальной шкале на сколько могли бы оценить? Минус 10. На троечку. И что нужно сделать, чтобы до 5 баллов повысить? В Саранске такое реально? В Саранске? Ну, наверное, нереально. Ну, на двоечку оцениваю. Очень низкий. До 5 нет, баллов до 4 можно, но я не буду просто говорить это. Хорошо? Что надо сделать? Хорошо. Вы сами, я думаю, знаете. А еще все единогласно согласились, что повысить свой доход в Мордовии практически нереально. Поэтому следующий вопрос – как быть? Мордовия в последнее время действительно возглавляет самые неприглядные российские рейтинги. Хоть в республике открываются разные новые производства, на уровне жизни людей в лучшую сторону это не сказывается. У нас очень маленький размер минимальной оплаты труда. И чтобы его повысить, надо, во-первых, и из долгов выйти. Именно Республики Мордовии. Потом, наверное, жизнь улучшится. Но надо уравнить немножко, прибавить народу денежек побольше, работы побольше. Вот я так думаю. Доплаты, если бы были от главы Мордовии, допустим, как в Москве, пенсионерам, хотя бы что-то в пределах небольшой суммы. Может быть, тогда. А так? В рейтинге доходов жителей российских регионов есть еще два показателя. Это доля населения за чертой бедности. В Мордовии это 18%. И крайней бедности больше 2% населения республики. Людмила Кусерова, Александр Зюзяев. Наши новости.